Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Цветочные мечты». И мы рады сообщить вам, что получили крупнолистную гортензию «Черный рыцарь» серии Royal Collection. Это обильно цветущий сорт с насыщенными бордовыми цветами, которые выделяются на фоне ярко-зеленой листвы. Цветение у этой гортензии длительное, с июля по сентябрь. Соцветия крупные, шаровидные. А окраска цветков в начале темно-рубиновая, а к концу сезона становится более темной. Максимальная высота взрослого растения 120 сантиметров. Но в прошлом году, когда мы получали и выращивали эту гортензию, если вы выращиваете ее в небольшом объеме, то высоты 1,20 м она не достигает, гораздо ниже получается. В этом сезоне мы получили эту королевскую коллекцию в объеме 2 литра. Фирменные горшки, на которых написан Royal Collection, но в этом году нет цветного кофра, который был в прошлом сезоне. Просто наклеена этикетка с названием сорта. Действительно, коллекция королевская, и, как утверждают создатели, каждая из этих элитных гортензий, а в эту коллекцию входит порядка 100 сортов, она уникальна. Не похожи друг на друга, все они индивидуальны, и очень много имеют сортов, оттенков этой королевской серии, и которую вы всегда можете подобрать именно ту свою гортензию, которая вам больше всего нравится, потому что действительно разнообразная серия. Единственное, что в России у нас можно приобрести не всю серию этих королевских гортензий. Дорогие друзья, сейчас растения вот такие еще не сильно облиственные, но идеально для пересылки. Мы их отправляем Почтой России или СДЭКом из Московской области. Не отправляем в очень отдаленные регионы, где посылки могут идти 2 недели и более. К сожалению, крупнолистные гортензии за такой длительный срок не доходят. Когда получите эту гортензию, вам ее необходимо будет пересадить в горшок, ну, где-то 5-7 литров. Посмотрите, какая у нее корневая система. Очень рыхлый субстрат. В этом сезоне он совершенно другой. Я так думаю, что в этот субстрат еще добавлено кокосовое волокно. Очень рыхлый. Если в прошлом году горшки с этой гортензией были такой с достаточно тяжелой землей или торфом, то в этом сезоне, конечно, совершенно другой грунт. Но, тем не менее, горшок с этой гортензией весит 1 килограмм. Поэтому, дорогие друзья, заказывайте к данной гортензии еще и препараты против вредителей. Однозначно в сезоне они вам понадобятся, так как профилактику от клеща никто не отменял. Все можно заказать одной посылкой. Также есть удобрения для изменения цвета у крупнолистных гортензий, различные удобрения и многое другое. Полным ассортиментом вы можете ознакомиться на сайте нашего интернет-магазина «Цветочные мечты». Ну и, конечно же, есть другие сорта крупнолистной метельчатой гортензии и также другой посадочный материал. Коллекция гортензий постоянно, с каждым днем, можно сказать, пополняется, каталоги обновляются, поэтому заходите на сайт нашего магазина и оформляйте заказ. Подписывайтесь на наши соцсети в Telegram, в Дзен, Одноклассники, ВКонтакте, чтобы не пропускать интересные видео. А у нас действительно будет очень много эксклюзивного посадочного материала. Если есть вопросы, пишите их в комментариях, и до новых встреч!